Грузинский авторитет, входящий в клан Джангвиладзе Аниани, родился в Зугдиде в 1971. В 1988 был осужден в родном городе на один год, на тот момент ему было всего 17. Провинился Зуров в нанесении тяжких телесных повреждений. В 1994 получил 1.5 года за хранение наркотического вещества. После освобождения в 1996 получил воровскую корону. Короновал Зураба Мегона Зугдицки. Зура тут же активно включился в воровскую жизнь. В 2001 был задержан на сходке во Фрязино. В 2005 в Москве и тоже на сходке. На текущий момент у авторитета 23 крестника. В 2007 в Москве Зура был задержан с наркотическим веществом. Авторитетом судом было вынесено постановление. В 2008 он принял участие в сходке на Клязьминском водохранилище на теплоходе, где оперативники задержали более 30 законников, в том числе и Тариэла Аниани. В 2011 Дгебуадзе поставил свою подпись под прогоном о том, что Тариэл Аниани является вором, в ответ на его раскоронацию дедом Хасаном. В последние годы постоянно проживал в Турции, где в 2017 был задержан местными силовиками, о дальнейшей судьбе авторитета пока что ничего не известно.